В ноябре 2008 года техническое состояние коммунального дошкольного учебного учреждения номер 288 было определено как аварийное. Дети и сотрудники были переведены в другие детсады Куйбышевского района. Благодаря финансированию с городского бюджета удалось отремонтировать кровлю, укрепить фундамент здания, а также установить водонагревательные баки и новую сантехнику. Проверить качество выполненных работ для детей приехал мэр Донецка Александр Лукьянченко. После горных подработок явлений, просадочных явлений, этот детский сад оказался в аварийном состоянии. Здесь укреплен полностью фундамент, укреплены стены, выполнен капитальный ремонт всех инженерных коммуникаций. Уже этой весной в дошкольном учебном учреждении номер 288 планируется работа по благоустройству территории. На средства бюджета Куйбышевского района выделено более 100 тысяч гривен на приобретение новой детской мебели и кухонного инвентаря. И таким образом мы гарантируем обеспечение выполнения программы по увеличению мест в детских дошкольных учреждениях. В дошкольном учреждении работают три группы общеразвивающего типа и одна специализированная группа для детей с углубленным изучением эстетического развития. Я вам хочу сказать, Сас приобрел совершенно другое лицо. Во-первых, он стал намного светлее и внешне шире. Посещать учреждение дети могут уже с понедельника. Всего детский сад рассчитан на 75 малышей. Елена Витык, Александр Пугачев, Первый муниципальный.